Соглашение носит такой, конечно же, в большей степени рамочный характер, но это дает нам возможность вообще с предприятиями встать на такой конструктивный абсолютно диалог, потому что мы живем в одном городе. Люди, которые работают на производстве, они жители города Сыктывкара. Поэтому что мы заинтересованы, чтобы здесь людям было хорошо, что руководство предприятия заинтересовано, чтобы, уйдя домой с производства, человек нормально отдохнул, нормально, так сказать, где-то мог удовлетворить свои бытовые все нужды, да, так, чтобы он на работу приходил. Поэтому мы здесь взаимно заинтересованы. И это главное соглашение о взаимоподдержке, взаимопомощи, взаимопонимании. То есть, а плюс к этому, такие предприятия, как СФЗ, это основные налогоплательщики в городе, поэтому мы ровно заинтересованы друг в друге. Стороны, пусть они биржу посмотрят сверху, а потом в ЛДСП. А что там вашу газель не задействовали? Надо было ее, конечно, спустить, да? В две машины. Да. Так тесно было бы. Ну ладно, тесно, тесно не в обиде. Вот склад готовой продукции справа. Отгрузка идет отсюда продукции нашей. Вот стоят, видишь? Ну, они вы заезжали, когда видели, там, наверное, десяток стоит фур. У нас отгрузка ведется не только в фуры, в контейнера. Контейнера 20, и на ЖД, да? Да, и ЖД заезд вот железной дорогой, сейчас увидишь. Тут тоже? Да. У нас в складе прям заезжает 8 вагонов в склад. Вот тепло, сюда, да? Тепловоз заталкивает, и там идет погрузка. Мы грузим вот 40-футовые контейнера, 20-футовые контейнера, открытые вагоны и фуры. Андрей, налево. У вас проблемы с железной дорогой не сказались? Сказались. На всех сказались. Но мы умные, поэтому мы начали заранее.